Трудовые отряды начали убирать мусор с улиц Кировского района. Работу подростков оплатят предпринимателям. Улица Счастливая сегодня стала еще счастливее, потому что чище. Дети от 14 до 18 в составе трудового отряда смели прошлогоднюю листву и убрали в мешки. Вторая бригада тем временем работала на проспекте Ветеранов. Ребята сами к нам приходят. Безусловно, сейчас выбранные работают лучшие, кто проявил себя в предыдущих трудовых буднях. Подростки заняты все будни по 2 часа в день. Трудоустройство официальное, соответствующую запись внесут в трудовые книжки каждого из них. Но самое главное, все они получат зарплату – около 3000 рублей. Союз молодежи, который организует эти работы, некоммерческая организация, поэтому помощь ищут везде. В этом случае работу подростков оплатит бизнес. Здесь идет как бы комплексная подготовка подростка к взрослой жизни. То есть мы где-то можем удержать его от плохой компании. Излишнее употребление алкоголя, курения. В этом году такую работу смогут получить 1500 школьников. Чуть больше 300 рабочих мест будут оплачены из бюджета Санкт-Петербурга. Зарплату остальным Союз молодежи продолжит искать финансовую поддержку социально ответственных предпринимателей.